Привет, друзья! Извините, что не успеваю часто делать для вас подборки. Буду стараться делать более интересное. Сегодня вам предстоит увидеть 20 китайских изобретений, которые каждый может приобрести на AliExpress или Gearbest. Как всегда, в этом выпуске будет конкурс. Досмотри до конца, выполни условия и получи возможность выиграть приз. Ссылки на товары в описании. Кольцо-держатель вращается на 360 градусов. Это комбинация спиннера и держателя для телефона, которая может превратить ваш телефон в увлекательную игрушку. Необходимая и полезная вещь для вашего смартфона. Со стороны выглядит очень необычно. Теперь ваш смартфон будет в центре внимания. Это удивительная летающая обезьяна. Запускается как рогатка. Для того, чтобы запустить ее в воздух, вам необходимо надеть ее лапки на свои пальцы и потянуть ее за туловище или ноги. Как только вы ее запустите, она начнет издавать забавные кричащие звуки, что непременно развеселит вас и ваших друзей. Игрушка довольно необычная, так что может послужить неплохим подарком брату, сестре или просто другу. Давно задумывались привести в порядок свои ступни? Тогда в этом вам отлично поможет отшелушивающаяся маска для ног. Маска предназначена для размягчения и удаления мозолей. Как показывают тесты, это эффективное увлажнение кожи ступней и обновление от мертвой кожи. Размер таких носков универсален и подходит практически для любого размера ног. Крутой электрический скейтборд с четырьмя колесами и беспроводным пультом дистанционного управления, работающего по Bluetooth. Этот электроскейт отлично подойдет как для взрослых, так и для детей. Крутой транспорт для тех, кто любит экстремальные покатушки или просто шагать в ногу со временем. Классная креативная игрушка антистресс для детей и взрослых. Магнитный спиннер поможет вам круто провести время и поднять настроение. Управляй и манипулируй спиннером без прикосновений. При этом используются разные магнитные полюса кольца, что помогает притягивать и отталкивать сферу. Направляй и веди шар, как тебе хочется. Батарейки внутри сферы активируют светящиеся элементы, которые срабатывают при ударах. Если ты часто убиваешь свои телефоны и ты хочешь более современный и крепкий смартфон, тогда тебе подойдет Numio S30. Это самый производительный и крепкий защищенный смартфон. В нем сочетается крепкий корпус и современная начинка. Такой микс 8-ядерного процессора и степень защиты IP68 – настоящая редкость и находка, особенно в экстремальных условиях. Этот телефон ничего и никого не боится. И дома, и на рыбалке должна быть такая необходимая вещь, как автоматический рыбоочиститель. Это уникальный в своем роде электрический прибор, который обладает такими характеристиками, как компактность и качество чистки. Сэкономьте себе силы и нервы с автоматической чисткой. С ним вам не придется долго возиться с рыбой после успешной рыбалки. Это портативный и милый набор отверток-медвежонок. В комплекте 6 разных типов качественных отверток из легированной стали. Можно с легкостью использовать для различных видов домашних работ. Медведь изготовлен из экологически чистой резины, которая необходима для крепкого и комфортного хвата. Миниатюрный настольный боулинг – лучший подарок для себя и друзей. Настольный боулинг изготовлен из безопасных и нетоксичных материалов, абсолютно безопасен для детей. Благодаря гладкой поверхности изделия, играя в боулинг, нет никакой вероятности получить травму. Эта игра отлично помогает развить и улучшить ловкость и моторику, а также лучший вариант для совместного досуга. Отличный современный девайс для всех желающих почувствовать себя по-настоящему современным человеком. Отличные технические характеристики и возможности. Яркий и оригинальный дизайн. Ховерборд представляет собой настоящий транспорт будущего на электрическом моторе. Катание на девайсе принесет вам массу положительных эмоций и впечатлений. Сумка-коврик – это оригинальный способ хранения и транспортировки детских игрушек. В разложенном состоянии это поле для игры,
а когда нужно собрать игрушки, он затягивается на шнурок и превращается в удобную сумку. Теперь с таким мешком не придется долго собирать игрушки. Первый в мире смартфон со встроенной камерой для сферической съемки. Данный аппарат выделяется на рынке такой уникальной способностью, как возможность съемки фото и видео 360 градусов, при этом сохранять хорошее качество изображения. На самом деле здесь 4 камеры. Помимо двух огромных объективов есть еще и обычная стандартная фронталка на 8 мегапикселей и тыльная 13-мегапиксельная камера для обычной съемки. Качество я бы назвал скорее бюджетным, и она же умеет снимать видео со стабилизацией в качестве вплоть до 4К. Этот складной и полностью защищенный квадрокоптер оснащен 13-мегапиксельной камерой, которая позволяет делать фото и снимать видео в формате 4К. Дрон полностью защищен со всех сторон рамой, которая послужит щитом при случайном падении или ударе. Квадрокоптер вполне могут использовать профессионалы-фотографы и операторы. Возможность съемки с высоты и создания панорамного видео – огромный плюс конкурентоспособности. Свадебная съемка или юбилей получится грандиознее с высоты птичьего полета. Дрон складывается до карманных размеров, поэтому его удобно транспортировать и брать с собой в поездки. Вес батареи всего 420 грамм. Подставка подойдет для хранения как керамических, так и стальных лезвий. Наполнитель – полипропиленовое волокно, не требует особого ухода и специальных правил хранения. Споласкивайте его под теплой водой по мере загрязнения, а затем оставляйте сушиться. В отличие от дерева или пластика, полипропиленовое волокно не разбухает, не деформируется от влаги. Подставка надежно скрывает лезвие и не тупит его. Распределитель скотча – настоящая находка, ведь это своего рода диспенсер для упаковочной ленты любого цвета с прорезиненной ручкой и легко прокручивающейся втулкой. Предназначен для более удобного и быстрого использования клейкой ленты. Отлично экономит ваше время во время упаковки больших товаров. Футбольные ворота подарят много положительных эмоций. Очень легкие в транспортировке, поэтому не принесут много проблем. С такими воротами футбольное поле теперь будет доступно всегда, независимо от места и времени. Отлично подойдут для игр в закрытом помещении или же на открытом воздухе. Слаживаются с особой легкостью и собираются за считанные минуты. Собирай компанию друзей и веселитесь вместе с ними. Пакеты изготовлены из прочного пластика с двойным уплотнением. В пакетах очень удобно хранить любые пищевые продукты. Особенно полезны для заморозки овощей и фруктов на зимний период времени. Разные цвета и размеры пакетов дают возможность использовать их для всех продуктов. Подходят для холодильников и морозильных камер, а также для микроволновых печей. Домашняя пивоварня iGlu состоит из двух отделений для засыпания ингредиентов, сенсорного ЖК-дисплея, места для наполнения бокалов и прозрачной панели, чтобы наблюдать за процессом приготовления домашнего пива. Процесс приготовления несложный. Выбираем рецепт пива, засыпаем ингредиенты в нужную по рецепту пропорциях, добавляем воду, выбираем на экране нужную программу, жмем кнопку и пиво начинает вариться. Срок изготовления пива от 1 до 3 недель. iGlu имеет еще одно важное достоинство – она быстро и легко моется. Мало того, если залить 1 литр воды и нажать специальную кнопку «Очистить», то чудо-пивоварка самостоятельно приведет в порядок внутренности для следующей порции пива. Самый успешный продукт прямиком из будущего – куртка SDG-01 со встроенной системой климат-контроля. Куртка может согревать хозяина, охлаждать, заряжать его гаджеты, а также иметь потайные карманы для планшета и смартфона. Не перестаем удивляться китайским изобретениям и прокачиваем себя новинками. Launchpad – это MIDI-контроллер, который выпускает фирма Novation. По сути, это пластмассовая коробка с 64 кнопками, на которой назначаются определенные звуки. Размер лаунчпада 23 на 23 сантиметра. Всегда используется вместе с компьютером и совместимыми программами FL Studio и Ableton Live. Эти программы называются секвенсорами и используются не только для записи, но и для редактирования и воспроизведения паттернов, заранее записанных разных партий музыки. Также через секвенсор вы можете выбирать подсветку клавиш для вашего лаунчпада.
А теперь условия конкурса. Чтобы получить приз, вам нужно подписаться на мой канал и канал спонсора, поставить лайк под этим видео, написать положительный комментарий. Ну а также для большего везения советую нажать на значок колокольчика, чтобы ты первым узнал о новом конкурсе. Итоги подведу в группе ВКонтакте ровно через 7 дней. Более подробная информация в описании под видео. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комментарии, какой из представленных товаров хотелось бы заказать и для чего он тебе нужен.